Миколаш Коша, Сальва Регина, к тебе, Царица Небесная. Thank you.
раскается и уйдет с твоего пути. Thank you.
свет, который нам подарил, останется и в наших душах, и, наверное, частично мы передали вам. И тот памятник, который будет стоять, наверное, он тоже будет символизировать этот свет, который дарил нам отец Сергеевич. Ну и в заключение, наверное, совсем уже заключение. Просто у нас такая всегда традиция, вы знаете, входит в наш концерт, и всегда мы заканчиваем тихо. И мы споем произведение, опять же, по аранжировке отца Сергеевича, будет Ава Мария Качини. Thank you.
что-то сказать. А, Андрей Владимирович. Автор. Ждем работу. Ребята, я вам очень и очень благодарен за вот это ваше сегодняшнее выступление. Я получил удовольствие, совершенно удивительное, которое давно не получил. Я слышал записи хора. Запись, она всегда запись. Знаете, да, но вживую, что это такое? Это просто какие-то вибрации души такие возникают удивительные совершенно. Просто огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Постараюсь сделать достойный памятник. Спасибо, вашему. Спасибо. Просто сказать огромное спасибо. Веснушки, вы сегодня подарили нам весну. Теплую весну. И вот пока мы... Веснушки это все у нас. И пока вы поете, этот дивный человек Александр Сергеевич будет с нами. Так что пойте всегда. Дай Бог вам здоровья и вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Замечательный концерт, и он, ну, соединен с тем, что и средства собираются на памятник, но самый лучший памятник, который только возможно создать, это памятники, которые созидаются в душе, музыкой, которую вы поете, аранжировками, которые сделает потрясающий хормейстер и мастер большого хорового искусства, и коллега, которого я знала более 25 лет, Александр Сергеевич, и то, что хор меняется только в сторону более духовного качества, это самая замечательная вот дань памяти, которую только можете вот преподнести этому великому мастеру. Огромное вам спасибо за то, что на сцене Большого зала консерватории вы не только не сфальшивили ни одной ноты, чисто профессионально, но душевно и духовно это был такой чистый поток доброты, сердечности и памяти, который тронул до глубины души каждого, кто в зале сидел. Вот за это вам громадное спасибо, за то, что вы чисты душой, что вы такой замечательный источник, из которого наша российская культура будет продолжаться. И отдельная благодарность Надежде Владимировне Авериной, которая умеет так любить своего учителя, и эта любовь выражается в конкретных делах. Школа «Весна» существует. И веснушек будет по всему миру разбросано очень много. И значит, мир будет улыбаться. Спасибо. Ура. Вам. Спасибо. Я даже не знаю, ребят, что вам сказать еще. Я вас люблю, чего же более. Что могу еще сказать? Я ждал этого концерта, как и многих концертов, но вот этого концерта, такого концерта, где и с оркестром «Весна» поет, и выпускники. Вы знаете, когда я очень много лет назад в подвальчике, вот еще в старом вот детском садике, на вечере встречи выпускников, первый раз услышал, как поет хор, вот все вместе, вот и старший хор, и пришли вот выпускники. Я был совершенно поражен, и меня поразило вообще, как это прекрасно. Во-вторых, меня поразило, как же можно, там было два или три молодых человека, ну, уже, так сказать, взрослых, поющими басами, тенорами, баритонами. И я удивлялся, боже, а как все это стройно. И ансамбль есть, как им это удается, там 200 человек, значит, женского пола и 3 юноши, и все равно, так сказать, гармоничный хор. И тогда еще, по-моему, тогда раньше не пели вот никогда в концертах выпускники. Да, не так, да. И много, да, и много лет я зудел Александру Сергеевичу, что Александр Сергеевич, это должно быть. Вот. И я счастлив, что сегодняшний концерт вот был таким, какой он был. Я думаю, что Александр Сергеевич был бы очень рад и счастлив, и поэтому вам всем большое спасибо. И долгой-долгой жизни.
знаете эту историю? Это было очень давно. Какой же это был год? 2001. Раньше. 2001. Да нет, ну какой 2001? Я еще вышел, Тютчева, когда? Училище, когда ушел? 2001. Ну ладно, ему виднее, я могу забыть. Александр Сергеевич приехал с конкурса одного. В Самаре. Я слышал хор замечательный, который выиграл первое место. На этом, причем хор не детский, а хор смешанный. Училище. Училище, Казанского училища. Вот, и вот очень хороший хор, замечательный. Это при том, что на этом конкурсе участвовал саратовский хор под руководством Лицова. Вы не знаете, но это очень замечательный хор. И если Александр Сергеевич сказал, что этот был еще как-то, и говорит, это вот наш, вот он нам близок, этот хор. Вот. И так случилось, что здесь нет вот Льва Зиновича, жалко, но он здесь был, мы об этом вспоминали. Я написал произведение для смешанного хора, не для детского, на стихи Тютчева, большой хоровой концерт. Предложил Льву Зиновичу Конторовичу это спеть. Он посмотрел, сказал, ну там что-то много, давайте мы споем пару частей. Ну не важно, в общем, петь не стал. И я тогда вспомнил Александра Сергеевича, позвонил Любовь Алексеевна Дрозниной в Казань, и мы договорились, что Казанский хор училище. На Московском училище на Московской осени в Рахманинском зале споет это сочинение. И я поехал в Казань на репетицию послушать. И первый человек, который меня встретил в Казани, был этот молодой человек. Студент училища. Младше. Вот. И вот он рос, закончил Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования, потом по классу симфонического дирижирования у Геннадия Николаевича Рожбетникова, правильно? Вот. И сейчас, вы знаете, я очень рад, потому что очень непросто, и я знаю, что и мою музыку не каждый дирижер может продирижировать. Многие просто даже отказывались. А многих я говорил, что лучше не надо. Снимал сочинение такое. А уж то, что с хором как бы вместе, и так музыкально, я очень рад, что мы встретились весной. Надеюсь, что дальше будете дружить. Спасибо. Кто-нибудь еще что-то хочет, Миш? Хочешь сказать что-то, ребята? Вообще бы дяде кто-нибудь дальше. Нет, вообще, вы знаете, ужасно тяжело. Вообще, мое место вот, во вторых альтах. И мне все время там хочется. Но я за 2 года еще не научился петь без папы. Вот. А вам всем, конечно, большое спасибо. Вы молодцы. Спасибо большое. Найдите. Очень надеюсь, что мы еще будем встречаться и выступать, я имею в виду, вместе, совместно. Конечно, конечно. Всего давайте доброго, еще раз. Спасибо вам большое. Поздравляем, Арада. Замечательно, да, как они здорово пели, да, слышали? Душа поет действительно. Хорошо. Все, ребят, я вас еще раз всех поздравляю, благодарю всех гостей. Спасибо, кто пришел на наш концерт. Вот, и, понимаете, да, вот такое действительно, мы готовились. Но вообще вся наша жизнь – это подготовка к чему-то. А теперь надо опять готовиться к чему-то. Но сегодня надо очень хорошо спать, отоспаться, счастливо. Вы раскрываетесь, а в 5:15 заходите и маленький концерт для ветеранов мы даем. Хорошо? Все, всех целую.